Привет, ребята! Как часто бывает, купили вы набор, сделали все модельки по бумажной инструкции, вот как здесь они все, много их. И потом возникает вопрос, остались детали, много деталей, вот сколько, и еще. Как много деталей осталось? Что с ними делать? Можно ли из них собрать еще что-то, не разбирая вот это вот все? Конечно, можно. В этом видео этим и займемся.